В новом микрорайоне Кувшинка в Чебоксарах завершилось строительство первого дома. У него уже есть адрес, и сегодня туда пригласили будущих жильцов и журналистов, чтобы показать, какие квартиры сдает застройщик. В проекте микрорайона, растущего на территории бывшего Шанхая, 26 домов с детскими садами, школой и другими объектами инфраструктуры. Сегодня строительная компания «Лидер» ведет строительство 7 позиций. В этом году будет сдан в эксплуатацию первый дом, позиция 12, а в начале 2016-го еще один. Адрес 12-й позиции – улица Ленинского комсомола, 27, в доме 136 квартир. Все они в черновой отделке. Строительство началось в 2014 году. И сегодня, к концу 2015 года, мы уже видим, что фактически 4 позиции построены, ведется активное строительство еще 3 позиций. То есть застройщик, несмотря на кризис, продолжает работу, и мы считаем, что он в состоянии исполнить все обязательства перед жителями. Напомним, еще весной и летом ситуация с застройкой была напряженная. Жильцы устраивали протесты. У кого-то площадь предоставляемого жилья оказывалась меньше старой, у кого-то больше. Им нужно было доплачивать. Были и те, кто вообще не желал менять свой дом на квартиру. В июле месяце мы подписали доп-соглашение с компанией «Лидер», где учли все пожелания, все интересы жителей данного микрорайона. Был подписан доп-соглашение к основному договору. И сейчас мы фактически контролируем и отслеживаем ход исполнения данного контракта. Сегодня строительная компания заключила уже 124 договора с жильцами микрорайона. Остальные по условиям дополнительного договора «Лидер» должен заключить до конца марта 2016 года. Екатерина Степанова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика.